Самый долгожданный момент для постящихся – ифтар. Время разговения после захода солнца. Раз в месяц челнинские верующие проводят и общегородской ифтар. Как и в предыдущие годы, он прошел в ресторане «Ашсу». А главным гостем вечера стал муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. О том, как проходит ураза в этом году и как совершают ифтар верующие, расскажем далее. В этом году пост выпал на жаркое время – с 16 мая по 15 июня. Без воды и еды верующие вынуждены обходиться по 19 часов в сутки. Несмотря на это, Рамазан проходит легко и спокойно, отметили постящиеся. Не скажу, что так трудно, даже легко. Даже вот на работе я работаю и нормально переношу. Но нет особых трудностей для тех мусульман, которые вознамерились. Ведь Аллах облегчает им вот это деяние, поэтому не нужно бояться, что человек там умрет с голоду. Ураза – это не только воздержание от приема пищи, но от всех пороков и страстей, отметил муфти. Но верующих это не пугает. Количество постящихся увеличивается из года в год. Люди понимают, что на самом деле поститься не так сложно. И в этом году тоже, милость Аллаха, началось покороче, удлиняется к концу. Поэтому мы немножко привыкли и теперь дальше уже не чувствуем никаких трудностей. В общегородском ифтаре принимают участие только приглашенные – имамы мечети, представители челнинского исполкома, спонсоры, за счет которых и проводится встреча. В этом году его посетили и гости из Турции, которые прочитали строчки из Корана. Перед разговением верующие прочитали азан – призыв на вечернюю молитву, а в 19:51 совершили первый прием пищи. Как правило, разговляться нужно водой или финиками, которые насыщают кровь глюкозой. Основная трапеза происходит уже после намаза. Те, кто решился войти в пост, могут сделать это и сегодня. Он начинается в 2 минуты второго. Ландыш Капранова, Радик Ганеев, Челны-24.